Привет, друзья! Сегодня у нас рекламно-познавательный ролик. В нашем интернет-магазине вы можете найти вот такую вот удобную стойку на 60 катушек. Стойка прекрасно подходит как для швейных ниток, так и для вышивальных. Нитки Мадейра и Аврора в намотке от 200 до 1000 метров, которые тоже имеются в нашем интернет-магазине, прекрасно располагаются на ней. Стойку можно повесить на стену за машиной или вертикально разместить на столе. Вы можете использовать стойку как для хранения ниток, так и для работы над большими дизайнами. Подберите палитру по карте цветов, расставьте нитки на стойке в порядке следования, поставьте стойку за машиной и вышивайте. Вы никогда не перепутаете, какой цвет будет следующим. Хорошего дня и удачной вышивки!